Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Сразу идем на события и смотрим, только для амфибий. Да ладно, опять это? Не хочу. Эволюционная борьба, во, защити свою территорию. Вот это я, пожалуй, поиграю. Трындец. Метриофодон. Пеликактиль и Орнитохейрус. 37... Это жесть. Это жесть, ребят, самая настоящая жестокость. Не, я все равно, конечно, попробую, наверное. А у нас еще и дрожь земли открыта. Блин, тут еще и дрожь земли, оказывается, у нас есть. Слушай-ка, давай-ка тогда взвесим все за и против. Так, без ограничений. Битва. Так, если я, например, возьму анкилозавра, анкилодока, точнее. У нас есть кто-нибудь вообще есть? Ну, например, птеродактиль может спокойно тут, ну, вырубить, кроме Орнитохейруса. Ему, конечно, не удастся, мне кажется. Хотя, судя по атаке, мы намного сильнее, чем он. Ладно, возьму апатозавра. Возьму апатозавра и... Кстати, мы же можем взять с тобой хищника, не обязательно же. Если я, например, возьму спиннораптора. Даже вот так вот сделаем. Вначале возьму спиннораптора, потом апатозавра и анкилодока. Давай посмотрим, что у нас вообще из этого может выйти. О, метриофодон будет пожестче. Ребята, очень жесткий чувак, по ходу дела. Поэтому меняем. Посмотрим, что тут у нас получится. Две атаки, прикинь. Тыщенку 1200 даже вырубает. Так. Раз. Два. Ну, то есть я его вырубаю тоже, да? Дальше выползает у нас пеликактиль. Но у него 363 к атаке. То есть нормально получается, да? Ух. Жесть, жесть какая-то. Ладно, вмажем. Тоже по полной программе. 1500 хп отнимем. 138 хп мы ему оставили. Соответственно, он сейчас нас добьет. От этого не избежать было. А здесь делаем вот так. И все. Пеликактиль отдупляется. Орнитохейрус остается. Да, у него, конечно, здоровье, будь здоров. Тут уж не поспоришь. Ну и все, вот он себе и подписал смертный приговор, потому что выползает у меня анкилодок. У него 1100 к атаке. И я, естественно, все это против Орнитохейруса выпускаю, всю свою мощь. Да. Готова птичка. И, соответственно, наша победа. Двигаемся, ребята, дальше. Смотрим, что нам подсунут на втором поединке этого, так сказать, испытания. 35 ДНК. Глянем. Так, гигакилоцефал, дракоцератопс и спинтозух. То есть получается у нас два травоядника плюс хищник. Два травоядника плюс хищник. Но если я, например, возьму Раджастегу и Таниколагриуса, то против спинтозуха можно будет взять. Блин, нифига, у него 1170 к атаке. Ну давай я возьму Раджастегу плюс Таниколагриус. И получается, ну, дагозавр нам, наверное, понадобится здесь. Фух, будем надеяться, что все получится. Трындец, да, такой броневик, блин. Ну что, я сразу, наверное, с атаки начну. Да, бронявый чувак, ничего не скажешь. Ну вот это вот, конечно, не в тему ты сделал. Ой, не в тему. Ну что, я хочу посмотреть, что он будет делать. Неужели он сейчас травоядника возьмет? Так и есть. И атакует еще при всем при этом. Ну,
можно, в принципе. Ты Николай Грузца, что ли, взять? Вырубим, интересно. Вырубим. Ну и прекрасно. А этому придется в любом случае две атаки потратить. И потом мой нондогазавр его вырубит. По идее должен, да, вырубить? Да. Да-да-да. Раз, два. По-моему, так. Угу. Ну и выползает опять гига... Килоцефал. Все, Раджастега его сейчас ушатает. Но опять же, это не последний был поединок. Это лишь только второй. А вот что нас там поджидает на последнем, это, конечно, огромный вопрос. Сейчас будем смотреть. Защита территории, блин, а? Пристозух, топилозавр и остопозавр. Слушай, ну в принципе нормально. Смотри, я беру птеродактиля здесь. Против топилозавра можно взять. А что тут возьмешь против топилозавра? Дюморфодон, наверное, да? И нам нужен еще один. Можно взять птеранодона. Только сделать чуть-чуть по-другому. Так, потом вот так и вот так. Поехали. Берем допочки. Интересно, он будет меняться на топиалозавра? Скорее всего, поменяется. Угу. Нисколько я в этом не удивлен. Давай дальше. Все. Он все спустил, друзья. Дальше нам проще будет. Раз-два. Этого достаточно. Раз-два, раз-два. Поехали. На карколыгу чувака. Нормалек. Дальше выходит пристозух. Так, 2 очка действий он взял себе, да, получается? 2 очка действий, значит так. Проверим. Замечательно, и выползает остопозавр. Ну и все, все, допрыгался кузнечик, по-моему, да? Так, точно. Замечательно. Ну что, защитил я свою территорию. Получаем награду. Я надеюсь, за это мне что-нибудь хорошее-то выдадут, а? Дайте легенду, пожалуйста. Хватит кормить меня обычными редкими. О! Наборчик, друзья мои. Леоплевродон. Ну, хотя бы легендарную карту дали. И на этом спасибо. Хоть не зря дрался, да, получается? Так, давай дальше тогда посмотрим, что у нас тут еще. Эволюционная борьба. Любые животные гибриды. Ну, тут, скорее всего, друзья, мне ничего не светит, потому что, кстати, у нас карнораптор. Блин, прокачать бы его. Карнораптор, так у меня здесь. Завал. Может быть, попробовать. У-у-у. Не выходит. Так, ладно, заберем здесь награду. Ускорение совершил. Подожди, я же сделку совершил вроде бы. Еду на очки доверий. Давай вот это, наверное, поменяем. Все, сделку завершили. Так, теперь еда и моды. Куда мы можем потратить еду? Кто у нас там готов прокачаться? Надо взять, естественно, такого самого мощного, но я не вижу, чтобы тут были какие-то у нас. Кстати, может быть, кто-нибудь здесь хочет прокачаться?
Ну-ка. Да, например, вот здесь можно. Ну, этого не хватило. Гомфиозавр, не хватило. Так, ладно, давай посмотрим, может быть, кто-то еще все-таки. Геозавр. Кстати, геозавра можно скрещивать уже. Там два по десятке есть. Кивакия, конечно же, конечно же. Задание выполнено. Слушай, а зачем я так делаю? Нам же потом все равно придется еще хавчик тратить, поэтому не надо сразу на все бросаться. Собрать так моды, использовать ускорение. Ускорение мы быстренько сейчас сделаем. Например, выведем бесплатно даже. Отлично. Так, сбегай, посмотри, что там у нас. Здесь забираем награду за использование ускорения. И теперь попробуем собрать еще два мода. За ДНК нет, не хочу. За... нет, за еду не будем, за деньги. Давай посмотрим. Блю, что нам подсунет. А он подсунет нам отвлечение, ладно. Давай еще разок. Ну, несокрушимость дает. Все, здесь я тоже выполнил задание. Ну и остается Канозойка. Давай быстренько, наверное, пробежимся по Канозойской эре. Сделаем этот поединок ПВПшный. Может быть два или... А, мы же все равно сейчас пойдем на арену. Как раз у нас там ПВП бои будут засчитываться. Ну, Канозойку в любом случае надо проходить. Телокосмил. Мне нравится этот чувак, Телокосмил. Ох, классовое преимущество. Обожаю. Блин, поменяется, нет? Будет меняться? Ну давай ты чем-то... Нет, он не стал, прикинь. Хорошо, давай так сделаем. А вот сейчас, наверное, поменяется. Или будет атаковать, одну из двух. Ха. Ладно. Блин, а если он сейчас звезданет? Не стал. Повезло нам. Давай так сделаем, посмотрим. Отлично. Так, вырубили мы Архиофициона. И приходит Уинтотерий. Да, тут, конечно, он сейчас нам врежет. Он сейчас все будет сливать. Почти все. Но... да, подкосил, конечно. Подкосил. Чего не могу здесь поспорить. Ну давай. Такой, ух, саблезубик. Так, он взял одну очку доверия, да, себе? Насколько я помню. Кромсаем. Четко. Ну что, Эриматерий. Да, Эриматерий, конечно, вырубит мне тело Космила практически в легкую. Ну давай, что-нибудь там делай. Да, он все сливает абсолютно. Ну что же, я думаю, мы вполне справимся с ним, да? По полной заряжаем. На тебе хвостом. С вертушки. Молодец, Паноктус. Ну а теперь переходим на арену. Ребята, и начинаем потихонечку там бомбить преслюбителя. И да. И еще разок крутанем.
8350 хавки. Заберем здесь награду. Ну что, теперь идем прямиком на арену. События. Сразитесь за главный приз. Кто это такой вообще? Таласодромеус. Понятно. Таласодромеус. Ну, естественно, первые поединки — это самые легкие, поэтому выбираем тоже самых простецких. Возьму Саркозуха, Шунозавра и Птеранодона. Поехали. Саркозух, Шунозавр и Птеранодон. Ну, хищника нету здесь у нас. Мы не взяли с собой. Ну, вот о чем я и говорил. Диплокаулус там какой-то, который на один удар, ребята, он готов. Поехали. На. Стегоцефал. Это тоже, видимо, какой-то прародич крокодила. Но наш лично вот выглядит уже как готовый крокодил, да? 17 к атаке. Смех. Серьезно? Ладно, на тебе по шиям. Ну и Гуанлунь 9 уровня. Вообще 11 к атаке. Что ты сделаешь, малыш? Ну, что? У меня классовое преимущество перед тобой. Нет, это, конечно, бесполезняк какой-то. Вылупляем, ребят. Готов. Но тут по-другому и быть не могло. У нас с тобой были легенды, кстати, присутствовали, а у него обычные редкие. Итак, мы на выживших. 82-я позиция. Отлично. Что дадут? 25 тысяч монет. Продолжаем, конечно же, продолжаем наши поединки. Пускай у нас, конечно, и вырос ранг, но еще не настолько. Так, Димитродон, Кулазух и Терезинозавр. Кстати, Терезинозавр тоже готов, ребята, как говорится, прокачаться до 20 уровня. У нас очень много. У нас Шунозавр вот тут готов прокачаться. Терезинозавр, там еще, наверное, как-то... Ох, ё-моё. Блин, а я ни одного хищника не... А, нет, есть хищник. Причем мы одинаковые. Я беру вот так вот, делаю. Да-да, будем драться кулазухом. Меняется. Я думал, что он возьмет... Ага, ладно, посмотрим. И атакует еще. Блин, горелый. Терезинозавра возьму. Блин, ну вот это, конечно, 38 уровня. Как его, блин, бомбашить-то потом? Ума не приложу. Сейчас возьмет Димитродона, скорее всего. Нет. Не стал брать. Почему-то он так уверен в себе. Раз, два, три. И защиту возьму. Так, ну и что ты будешь делать, паразавр? Это гибрид. Как-никак. Это гибрид. Я меняюсь. И вылетит, да? Так, друзья, прямо во время поединка вылетела игра. И, соответственно, я сфейлился в том поединке. И мне придется, блин, заново все. Так, ну что? Возьму одного диплотатора, скафагната и, наверное, велоцираптора.
Обидно, конечно, что вот так вот получается. Берет просто игра и вылетает. Не знаю, чего там не хватает. Так, микропозавр, Тодзи и пирораптор. В принципе, ерунда все это. Сразу берем доп. Очки. И, наверное, скафагнатом будем добивать этого микропозавра. Что скажешь? Будем? Я думаю, стоит. Стоит заморочнуться. Даже если он взял одну защиту. Если он взял, блин, ну целое не получится. Сделаем вот так. Если он возьмет Тодзю. Ну, Тодзю сам по себе слабон. Но скафагната он подбить, наверное, сможет. Потому что он почти 40 уровня. Ох, он взял пирораптора. А он взял пирораптора. Слушай, мне кажется, он вообще зря так сделал. На самом-то деле. Раз, два, три. Вот так вот я попробую. Хлоп. И нет пирораптора. Выползает Тодзи. 63 к атаке. Смех. Он сейчас может взять микропозавра. Ну вот возьмет ли? Это тоже другой вопрос. Возьмет. Ну что, я тогда и его нахлобучиваю. Чего уж тут стесняться. И выползает Тодзи. У Тодзи 6. 6 к атаке. Но если он все сольет, скорее всего, сможет меня пробить. А дальше у нас велоцираптор войдет в дело. Блин, такой у него хвост весь в шипах. Я представляю, таким хвостом получить. Ну, тут понятно, у него классовое преимущество перед нами, поэтому переключаемся на велоцираптора, и велоцираптор его, естественно, сразу же выпускает в расход. Вот как-то так. Такой у него, ты заметил, да? У него вот этот вот коготь, ноготь задирается на одном из пальцев. Так, ну что, ребята, мы с вами в охотниках уже. 98-я позиция. Давай. Я бы, конечно, не отказался от бакинских, если честно. Ага. Редкий убийца набор. Пахицефалозавр. Понятно. Так, ну что, дальше двигаемся. Дальше двигаемся и... Ну давай, 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 перемещайся. Я, наверное, возьму Афеокамима. Блин, кого тут? Секодонтозавра. Твою пока выскажешь, блин. И, наверное, скафагната 20 уровня. Кстати, скафагнат тоже у нас готов, в принципе, прокачаться до 30 уровня. Еще плюс там несколько десяток у нас. То есть до 40 можно в легкую его докачивать. Упс. Дракорекс, Пеликанимим и Ранджозавр. Но мы-то, получается, покруче будем, чем он, да? Да. Пускай ХП немножко меньше, но по атаке выигрываем солидно. Видишь, что вытворяет. Он наверняка взял одну защиту. Поэтому сливай все. Так, а вот здесь уже будет... А-а-а, Пеликанимим. 72 к атаке. Пью. У меня один удар как раз как его здоровье. 229 к атаке, у него 229 хп. Раз, два. Вот так сделаем. Ты смотри, какой жук, а. Ты смотри, какой жук. Ну давай глянем, что он будет делать. Одну атаку проводит.
Че, я думаю, пора его, наверное, уничтожать уже. Да? Тютелька в тютельку. Ну и что, и раджазавр. Ну, тут понятно. Классовое преимущество, как говорится, хищник перед травоядником, естественно, имеет преимущество. Ну, а дальше-то у нас выползет легенда бриллиантовая. Ладно, давай, не чмокай там. Ну, тут ничего удивительного не было абсолютно. Если я все солью, сможем ли мы его пробить? Сможем. Ну что ж, тоже неплохо повоевали. Давай тогда продвигаться дальше. Ну, что там зависло-то? Слушай, на 45-ю позицию залетели. Да ну ты что? Блин, слов нету. Я уже думал, сейчас ребята остановятся, но... Нифига. Кинули меня. Так, возьмем, я не знаю, сфинагадуна или... Антаркопельту возьму. Плюс... Алангозавра и, наверное, Пеликаниптерикса. Такую вот команду. Посмотрим, что у нас там получится из этого. Сейчас наверняка первый будет. А, нет, я думал, хищника поставят. Ёк-макарёк. Команда злющая здесь. Команда здесь, блин, злющая. Давай так вот сделаем. Пастазух 34 уровня. Какой же он на это, посмотри на его. Какой он злющий. Надо, кстати, тоже прокачать до 40 уровня. Мне пастазуха и все. Грозился, грозился, и все никак выполнить этого не могло. Нифига у него там катаки-то. Слушай, он, наверное, нас сейчас сможет уничтожить. Если две атаки у него по мне попадут, если он сейчас полностью все сольет, то финита ля камень. Нет, он ничего не стал делать. Так, а я попробую все-таки все слить. Да, замечательно. Давай, иди сюда, пастазух. Мы еще не закончили с тобой. Пять к атаке. Слушай, не очень хорошо, конечно, это вырубает. Ну что, Алангозавр, сможешь справиться с пастазухом? В принципе, сможет. Должен смочь. Так, и скафагнат выползает. 226 к атаке. Ну, даже если у нас здесь победит, а у нас победит, скорее всего. Сколько он ему там? 4 атаки надо будет залепить. Он возьмет 3. 3 будет использовать. Угу. Так, сейчас посмотрим, какое у нас преимущество здесь. Ух! Отличное преимущество. Так что давай его давить, как клопа. На! Как-то так. А он что думал, что я в бирюльке пришел тут играть с ним? Нет, конечно. Не щадя живота. Ну вот мы уже и в лучших. Колесо удачи, хищник. Давай. Эть. Вы издеваетесь надо мной сегодня, что ли? Я не могу понять. Уже сколько паков мы вот так вот? Почти думал, возьмем. И на тебе, не взяли. В общем, я возьму тропиогоптера, карнораптора и топия... Нет. Уэрхозавра. Блин, хочется какую-нибудь еще вот легендарочку получить, чтобы прокачать. Но в ближайшее время пока не светит нам. Ой-ой-ой, Еморфад 40-й. Вот тут вот плохо все, ребята. Единственное, что могу вот так пока. Но и то это не показатель. Еморфадон 40-го уровня. Как тебе такой расклад? Меняется. Берет
Центозавра. Фига у него там здоровье. 3257. Как тебе? Нормально? Сейчас поменяем. Ну понятно, понятно. Сарказуха берет. Две атаки и нам... Нет. Сарказуха надо вырубать. Как по мне. О, да. Диморфодон. Две атаки в любом случае ему придется сфейлить. В любом случае, как ни крути, две атаки он потратит. Одно очко действия у него остается, так? Сейчас посмотрим на нашего уэрхозавра. Одно очко действия он сохраняет за собой. Раз, два. Блин, мне придется все слить. А вот теперь интересно. Вот теперь интересно. 4 очка действия у него. Ему нужно сливать. Блин, 2 очка действия всего лишь. 2 он еще при себе подержит, да? Два он еще при себе подержит. Раз, два, три. Попробую так сделать. Все, крышка ему, ребят. Он все слил. Поехали. До свидания. Вот тебе и весь центозавр. Молодец, карнорапторик ты наш. Круто ты его наказал. Так, ну что, посмотрим, куда мы переместимся. На 66-ю позицию. Слишком часто стала игра вылетать. Ну, 150 ДНК я заработал. Такс, здесь у нас... Ага. Все выполнили. Открываем наш пак. Еда, еда, доллары и опять же хавка. 95 очков доверий. Допустим. Так, ну что, есть еще вроде бы у нас запас небольшой динозавров. Продолжаем наши поединки. Возьмем карнораптора, эдиоморфодона и диплотатора. Индоминус Рекс, кстати, тоже готов у нас до 20 уровня прокачаться. Ну, давай посмотрим. Так, ага. Уинаринг, шипастик и трицератопс, мод 2. О, травоядничке, одни травоядничке. Это, кстати, очень хорошо. А с другой стороны, блин, эдиоморфодон просто пролетает мимо. У меня здесь, получается, один карнораптор против всех. Уж даже не знаю, как тут будет он со всеми воевать. Можно взять, конечно, эдиоморфодона и попробовать, ну, просто его слить, одним словом. Просто слить. Думаю, что он купится на это все. Проверим. Сливай все давай. Че он там жмется-то, я не могу. Вот, вот, вот. На это и была как раз, ребят, ставочка моя. Он все слил, поэтому. Сколько нам там надо? Ага. Раз, два, три. Раз, два. Так, этого в топку. Выползает шипастик. Ну что, шипастик,
Я смотрю, ты воняешь весь, а, шипастик. Ты решил не бить, да? 2, 3, 4, 5. Посмотрим. Минус шипастик. И... Трицератопс мод 2. 210 к атаке. Есть шанс ему, конечно, прописать мне. Он, скорее всего, все сольет. Или сколько там надо ему. Но 5 очков действий точно будет сливать. Другой вопрос, сможет ли диплотатор его? Сможет. Сможет. Иди отсюда. Великолепненько. Ну что, не знаю, ребята, у нас там хватит еще на один поединок или не хватит? Конечно, бы хотелось бы перейти на высшую лигу, на доминатор, но... Ну, все мимо. Все мимо, абсолютно. Кем тут можно подраться? Индоминус, топиалозавр. И стегоцератопс. Давай попробуем. А вот что-нибудь да получится. Поиск соперников. Йок-мак. Нет, ребята, не получится. Не получится. Фигею я. 2650. Да какое там? Наверное, мне придется этого паренька отдавать на растерзание. К сожалению. Но здесь я даже так не выиграю. Не получится, ребят. 2650, он у меня 400. Никак. Это максимум я могу 1200. Не получается. Не получается, ребят. Как бы тут не пыхтел бы. Но здесь еще, конечно, можно попробовать. Ну, здесь вырубаем. Выползает Барионикс. У него 2800 хп. Да куда, ё-моё. Почти все слил, да? Почти все слил. Если бы ты был бы у меня 20 уровня, мы бы, конечно, бы его разорвали. Так, сейчас посмотрим вот на этого. У нас классовое преимущество должно быть, но он 25 уровня. Все. Ему крышка. Ему крышка, друзья мои. Он распечатался. Надеюсь. Да. Он распечатался, и мы с тобой его покарали. Блин. Я, честно говоря, думал, что все, фейл. Не верил до последнего, что здесь можно победить. Ну что, друзья мои, мы в доминаторах. Ровно сотое место, прикинь. Как-то за одну заходку сразу попал в доминаторы. Игра, только не вылетай, пожалуйста, а? Блин, нифига там, легендарные войны. Эх, больше я, к сожалению, не смогу, ребята, здесь подраться, ну просто неким.
В доминаторе я вообще боюсь представить, кто сейчас там нас будет встречать. Просто боюсь представить. Это высшая лига тут. Ой, чё? Индораптор, Зухариптор. Ну вот я об этом тебе и говорил. Одни гибриды. Просто гибриды, сплошняковые. Но мне захотелось просто посмотреть. Что случилось-то? Я же думал, зависло. 3640 хп. Адафазавр. Я такого даже и не видел, блин. Адафазавров всяких. Вот как вот, скажи мне, как с ним драться? Ну, можно, конечно, переключиться. Но это меня вообще никак не спасает. Этого-то мы легко завалим, второго уровня. А вот с этим что делать? Ума не приложу. Еще и Зухариптор. 40 уровня практически. И ясен перец с одной плюшки вынесет. Тут и этот мне не поможет. Уйнозавр. Он и его тоже вырубит. Не, конечно, ребят, это бесполезняк. На высшей лиге драться какими-то сопляжуями — это не вариант. Он сколько ему нужно? Две плюшки сделает и все. И Уйнозавр просто полетит в трам-тарарым. Так же, как и Индоминус тоже. Ничего не получится, ребят. Ну, ладно, зато хотя бы посмотрел. Я не удивлен, что здесь вот такие вот мощные. Этого можно было бы, конечно, разорвать второго уровня. Но неким. Если бы у меня были бы хотя бы там Раджастега или еще кто-нибудь, естественно, мы бы здесь разрулили бы ситуацию. А в нынешнем положении дел это нам не дано сделать. Но, тем не менее, я считаю, что повоевал неплохо. Дошел до доминатора, считай, сразу. Так, здесь он, иди. Тут забираем награду. И, пожалуй, все, ребята. На сегодня буду заканчивать. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.